В Саратов приедет легендарный поэт Евгений Евтушенко. Гала-концерт под названием «Поэт в России больше, чем поэт» приурочен к году литературы в нашей стране. С просветительской миссией, а именно так можно охарактеризовать гастрольный тур поэта, Евгений Евтушенко проедет по всей стране, от Санкт-Петербурга до Находки. В нашем городе на одну сцену с известным писателем выйдут также звезды театра, кино и музыки. Вот эти встречи, они будут состоять из двух частей. Первая часть – это поэтическая, и вторая часть – это концертная. Вот в концертной части будут принимать участие и такие артисты, как Игорь Скляр. И я уже говорила о Дмитрии Харатьяне, который постоянно работает в партнерстве с Евгением Евтушенко. И, конечно же, прозвучат романсы, значит, всеми любимого Евгения Дятлова.